все утро разливается теплота. Это дождь заливает снег. Зима. Мне кажется, в такие дни рождаются поэты и художники. Ветер вплетает в себя дождевые снежные потоки, идущие облака. Новый год меняет старый. Вот тут-то, в маленьком человечке, рождается божественная сила, способная творить чудеса. Ух ты! Вообще-то мне случалось видеть эту лавку и раньше, но зайти в нее мне никогда не приходило в голову. По правде говоря, я и не думал, что эта скромная с виду лавчонка таит в себе столько волшебства. Ничего более странного со мной не происходило. У меня голова шла кругом от всех этих превращений. Thank you.
А... С нами происходят события, после которых меняется мир, и мы становимся волшебниками. Ух ты!